Закончен третий день Дакара 2013. Команда Астана едет. Астана рулит. Рулит неплохо. После вчерашних технических проблем за ночь мы все-таки смогли побороть двигатель. Были сложности из-за того, что система управления наддувом вышла из строя. Засорились каналы и отказали какие-то датчики. Из-за этого не вовремя подключались турбины в последовательности. И двигатель не выходил на максимальную пиковую мощность. А это значит, что в песках и в больших дюнах мы теряли ход, не могли забраться и разворачивались, крутились, искали альтернативные пути и потеряли очень много времени. Но вот за ночь мы восстановили систему, 3 раза ночью выезжали на тесты и утром рано мы стартовали. Машина теперь бежит. То, что вчера мы отдали какое-то время из-за этих простоев, из-за того, что у нас ход был слабый, то сегодня мы что-то нагнали. Мы влезли в топ-10, это очень почетно, и теперь наша задача удержаться в десятке лучших экипажей. Ну вот и все. Хочу сказать, что я доволен сегодня автомобилем, никаких технических проблем не было. Ремонт мы не привезли. Сейчас, после финиша, ребята делают контрольный осмотр. Ну, может быть, что-то вылезет, но думаю, это не серьезно, и завтра мы выйдем как новые. Хочется передать привет и поблагодарить за то, что вы следите за нами через интернет, а это значит, нам придаете дополнительные силы. Это очень важно. Yeah.